всего один кабинет и два специалиста заменят многочисленную цепочку инстанций, которые раньше нужно было пройти с документами. Подать заявку на различные услуги ООО «Кубанэнерго» стало проще. Первый крупный центр обслуживания клиентов открылся в городе-курорте. Анапа на данный момент очень серьезный район, мощно развивающийся район. И, наверное, правильно, что этот центр появился именно здесь первым, а в дальнейшем, наверное, он должен быть только больше, лучше, модернизированней, и, наверное, мы приложим все усилия для того, чтобы это было. В центре установлен специальный электронный терминал с доступом к интернету и сканер для документов. Потребитель может подать заявку самостоятельно или с помощью консультанта. Кстати, можно зарегистрироваться в системе, чтобы в личном кабинете подавать заявки прямо из дома и контролировать их статус. Вся процедура получения услуг сократилась вдвое – с 30 до 15 дней. Мы хотим сминимизировать срок, значит, принятия, подачи, рассмотрения документов, которые подает потребитель. То есть все, что это сделано для потребителя, для сокращения времени, минимизации, могу повторяться, для более тесного контакта сетевой компании и потребителя. Одна из основных задач – вот развивать такие центры в наших 5 районах. Открытие центра – событие праздничное. Музыка, шары, подарки, добрые слова. Поздравила и поблагодарила за труд сотрудников «Кубанэнерго» первый заместитель главы курорта Светлана Яровая. Я желаю вам, чтобы в своей работе вас только хвалили. Это действительно замечательное мероприятие, которое даст возможность и населению, предпринимателям, юридическим лицам, реализуя свои инвестиционные проекты, приходить без посредников, просто, четко, где все ясно, прозрачно, грамотно реализовывать свои намерения и задачи. Торжественно перерезали алую ленту, первым посетителям центра провели экскурсию. Работа началась в новом режиме, но с прежним уровнем качества обслуживания.